дочку. Все. Смотрим, кто на ком и кто куда. Вичи Гейминг, FY, Crystal Maiden, Super, Ember Spirit, Fenrir, Sky Mage, Ice Ice Ice, Clock, Black, Накентавр, Warrunner. Команда DK, Dream U, Brewmaster, Blacks играет на Фурионе, XBG, Shadow Demon, CTI, Slark и Cold Snap, лишь рачок. Что, смотрим. Как будут развиваться события. Здесь есть Ларк, здесь есть стан под Шадоу Демона и также, понятное дело, Паунс. Попасть этим нетрудно, когда цель в дизрапшене. Стоять против них будет Клок. Единственное его спасение это Коги. FY. Суперсети. Применение Фростбайт 0. Судя по всему, много на ЦМ-ке наиграл. Коги. Вот она, руна. ЦМ-ка сейчас могла, кстати, подставиться. Если бы Disruption до нее дотянулся, то это был бы минус на парче. Брюмастер. Супер эликсир. Дыхание дракона в бочке. На оффлейне. Каково ему здесь будет? Скаймейдж будет гонять. Под кентавра подставляться тоже не стоит. С появлением даггера у кентавра жизнь усугубится в разы. Так что все, что можно вывозить, вывозить надо сейчас. А сейчас его просто не подпускают. В медле. Эмбер Спирит против Брю. С появлением банок друг другу сделать ничего не смогут. Тем более качается через Флейм Гвард, соответственно. Поглощение магического урона неплохое. Айс 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 получает стан. И пару тычек. У Клоку здесь определенно надо собирать стики. Прикольный шлем, кстати. Айс, 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 почти второго уровня. У Фурион получает второй уровень по крипочкам. Даже два крипа добил. Но это все еще не так плохо. Да, тут Фуриончик потеет, потеет на меде. Супер. Эмбер Спирит, да, вот я по поводу этого героя горю достаточно часто. Считаю его имбалансным достаточно. Если не собирать орчит, то контрить его достаточно трудно. Вот вопрос, во что пойдет Фурион. Возможно, это как раз таки и будет Мидас плюс орчит. ШД. Готов забрать руну хосты или оставить ее Брю. Но судя по тому, что Брю отпивается и идет на руну, все же ему. Сларк третий уровень. Ничего не качает. Появляется Дарк Пакт. Но в плане стоит Фурион, Кларити ему сбить не могут. Сейчас подлетит Скаймейдж и после этого собьют. 7 крипов. Неплохо себя чувствует. Сапожок 580 на руках. Третий уровень есть. Сбивают Кларити. Ну, кентавр здесь не доберется, понятное дело, чтобы застанете отогнать. Точнее, тычку от вышки получил. Ну, здесь саппорты делают отводы. Эй-сей-сей зажал крипов. Но это не особо поможет, потому что... Все же кто-то пришел, а отвод был сделан. Ну, приходится выходить, и крипы идут дальше. Понятное дело, что лейн чуть-чуть спушился, причем... Хотя, где чуть-чуть? Прям под вышку подходит, и, соответственно, ССА спокойненько будет получать. Фенрир получает первую кровь. Под Т2 забирают здесь Фуриона. Очень глубоко его загнали. ТП тут же назад. Спрятали. Дебаф. И все, на этом все закончится, по сути. Так что ШД зря потратил ТП. Теперь Клок понимает, что его здесь
подцепить практически нечем. Это надо попасть станом или широко, а это трудно. И минус Эмбер. Эмбер делает минус в медле, минус Брюмастер. Вичи Гиминг пока очень даже неплохо начинают. Вопрос, что будет дальше. У Блэка есть сапог. Прилетает сюда Боттл. И Блэку сейчас полетят Транквилы. Супер, забирает руну богатства. Сейчас еще шестой уровень почти будет. Соответственно, появится и эскейп. У Брю до шестого еще целый левел ап надо получить. Что у Фрюнчика? Фрюнчика. ТП потрачено, помочь нигде не сможет. Привязка проходит. Залетает ракетки и снова минус Брюмастер. Шестой уровень у Эмбера. Ботлом отопьется. Попытка еще и цепануть Лишака будет. Лишак падает станом. А куда теперь с подводной лодки денешься, Лишак? Привязочка, ракетка, диаболики. Минус. Фитфест какой-то на самом деле от команды DK на данный момент происходит. Вичи Гейминг себя чувствует сейчас великолепно просто на карте. Клок там ракетками ассисты получает. Два уже есть. Есть почти пятый уровень. Соответственно, не за горами получение хукшота и продолжение аннигиляции. Dire's top tower is under attack. Oh, that's got to hurt. А Брю по-прежнему пятого. Цемки прилетают Транквилы, и можно попробовать цеплять еще раз. Ну, пока не хотят. Привязка прошла. Подходит Цемка. Пошла колба. Пошла Нова. Дизрапшн. Попытка подсейвить. Но здесь супер уже очень сильный. Начинает гонять Лишака. Диаболики. Супер. Надо отпиваться банкой. Стан заевейдил. Топьется банкой и... Так, а здесь SkyMage все равно забирает Брюмастера, правда, при этом сам погибнет от Тавара. Золото поделено. Дожидается руны Супер. Это руны Регина. Айс, айс, айс. Что отпивается руны? От Сэмки уже почти шестой уровень. На ботами тем временем Кентавр получил шестой, есть 920, дагер не за горами, ракетки на топ. Что у Сларка? У Сларка сапог, 1500. Собирать, я так думаю, будет Мидас, либо очень быстрый Shadow Blade. У Супером появляется, наверное, Брейсер какой-нибудь, да? Да, Брейсер. И Грыжный Иван, если не ошибаюсь. Шестого уровня по-прежнему нет, но вот после очередного крипа получит уже Брю. Если, конечно, дадут ему, они зайдут сейчас в спину и не напихунят. А напихунить могут. А нет, это Фуриону в спину заход. Пихунить будут Фуриону. Фуриону отсюда надо текать. Выход. Ульт Фуриона пошел. Ну и минус. Цемка выживает при этом. Вгрызается в Брю. Неужто заставят проюзать ультимейт? А придется сейчас юзать. Отпивается банкой. Проюзал ультимейт и супер просто уходит. Да, Брю здесь пригнобили, конечно. Надо отпиваться банкой. Отпивается банкой до следующей руны 30 секунд, а Брю надо просто идти на базу регениться. Чем он и занимается. Айс, айс, айс. Шестого еще нет. Цемка, конечно, с аурой сильно бустит всех на карте. Тут и ракетки, грубо говоря, бесконечные с манрегином 2.4. Пускай не хочу, и крипов можно подбивать. 22 крипа, кстати, у Клока. Это столько же, сколько у мидера команды DK. Но Кентавр вот-вот уже получит даггер. Руны законтролили. Дабл дэмэдж для SkyMage, что прилетает. Что-то прилетело. Грыжный стих или может ТП? Оставляет эскейп себе супер. Если бы суперу еще достался дабл дэмэдж, тут вообще беда была. Сларк пытается убить Клока, но, по-моему, не получается пока. Пошел ультимейт. Не получилось. Тем временем в медле.
Супер начинает издеваться над Брю, хотя придется сейчас улетать. Да, улетает. Здесь 2 ТП, опять же, в никуда. И Супер снова отпивается. Ну и на ботами тем временем 1800 у Блэка. Он опять остается на фрифарме, 8 уровень. Клок, клок с хукшотом, наконец-то. СМ-ка тоже 6 уровень, Новый год не качала, ну и правильно. Аура в двоечку. Кто будет собирать Мекку? By the gods, the Dire's bottom tower doesn't even have arms to defend itself. What a brave tower. Да, настакано тут такое себе. Ну, для Эмбера все равно. Лишний фарм. 1100 на руках, сейчас вот-вот появятся барабанчики. Crystal Maiden, кто ТП делает в мидл, я так думаю, Клок. Да, прилетает сюда Клокверк. Готов сделать хукшот. Попадает. Ульт кентавра, мгновенный минус. Можно попробовать чуть цепануть. Нет, не стал цепануть. ШК ставится Коги. Фурион прилетает на Коги. Спруты есть, можно пробовать закрыть. Закрывает айс-айс-айса. Прогрызться нечем. Пошли тренты. Кто там кого гоняет? Здесь F5 бегает. Айс-айс-айс погибнет. Успел дать ракетки. Идет сюда Эмбер. Ну и надо пеньков. Кого-то еще цепанули? Нет, тэп-аут, тэп-аут. Синий улетел, это ЦМ-ка. Ну, кентавру пора уже начинать принимать участие в боях. Да, тем более вот Даггер уже прилетел. Брюс ультимейтом. Надо как-то ловить и не выпускайте сайленса, чтобы убить. Супер смещается на топ. Есть руны инвиза. Просветили. Фуриончик. Не стал супер. Просто крипов на себя забирает. Решил пофармить сразу толпу. Все, что эскейп есть. ТП в мидл, тут драка намечается. ЦМ-ка получал дебаф, брюмастер скончался. Причем ультимейт он не проюзал. Вот он супер, запрыгнул. Привязочка, минус первый, минус второй. Дабл килл, правда, от Фенрира. Ульт Фуриона пролетел, но все вроде как его пережили. Диаболики, там очень много дэмэджа по ЦМ-ке внесли, несмотря на то, что тип уже умер. Блэк, есть даггер. Забрать не получилось. ТП на ботом. Фурион пытается сплит-пушить. Я думаю, что в медле сейчас должна падать вышка 378 хп. Очень мало. Айс-айс-айс уже 8 уровня. ТП на ботом идет щемить Фуриона. Ну, а здесь Блэк с ультимейтом, даггером хочет запрыгнуть кому-то на горст. Например, CTI. Ну, ничего не получилось. Скай с Мистик Флеером снова в миде. Ну. Ракетки просветили стяя. Привязочка. Упрыгнул. Надо юзать Dark Pack, но это сильно ударит по хп. Дабл Эдж. Ну тут просто развал на самом деле. Я не знаю, чего ждут. Ждут, когда появится Battle Fury и вообще ничего не сделать будет. Супер, у Супер сейчас еще в соло дотыкает вышку. Нужно нажимать Fortification. На ботами Тавр тоже падает как от Клокверка. Кентавр забирает вышку. Здесь саппорты ждут, когда кто-то придет агрессировать на Айс-Айс-Айса. Никто пока особо не рискует. Вторая аура ЦМ-ки. Нульт Фуриона на топе. Супер. Привязочка. И тэп-аут. Что, здесь вышку допушит, и на топе как раз-таки есть кому также тавер потолкать.
преимущество, я думаю, уже, да. 7500 преимущество у Vici Gaming. Точнее, сейчас уже за восьмерку перевалит. На 14-й минуте по золоту, по XP 7500. По нетворсам мы видим, что происходит. Единственный, кто сопротивляется, это Сларк. У него 5500. Но у него Мидас, это понятное дело. Кентавр, стан. Один развалился, второго не получится подцепить. Хукшот, подходит сюда Дримью. А ультимейт смысла юз нет. Даблкил от FY, ну и здесь все живы-здоровы. Супер выходит в мидл. Фурион, принты. Фурион, надо отсюда улетать. Как улетать, если тебя привяжут? Вот так, скрывается в спруты и просто текать. Дабл дэмэдж. Ну и вот дабл дэмэдж для Эмбер Спирит, это знак того, что можно идти спокойно драться в мидл. Потому что с даблом он там просто аннигилирует все, что есть. Он и так, в принципе, аннигилирует все, что есть. Целька 8 уровня. Да, у Брю, у мидлового Брю, Нетворс... 2900. Это знак. Ботл и сапог. Нет даггера. 15-я минута. Супер. Отбивает тут вышку. Она, кстати, по-моему, denial, если не ошибаюсь. Добей вышку, 92 хп. В мидл, хукшот, брю, спрятали в дизрапшн, супер. Привязочка пошла, сейчас будет буквально 2 тычки, дабл эш тратить не стоит, а вот сюда можно. Это минус 3 мгновенно, дабл килл от Блэка. Ну, Сларк убегает, да, хорошо. Здесь продолжают ребята надеяться на Сларка, когда тут уже почти готова батл фьюри. Ну и тут пушмышки. Единственный бонус команды DK, то что они ресуются очень быстро. Тут да. Штопать героев можно одного за одним. Кентавр динает вышку на топе. Начинается пуш мидла. Ну что здесь делать Дикей? Я не знаю. Надо, чтобы Брю как-то вошел хоть раз с ультимейтом, которого, по-моему, один ультимейт был. Ну и все, сейчас уйдут просто на топ, заберут там Т2. Если, конечно, Блэк в соло не справится. А он может, по сути. Фай на топ идет. Куда ушел вот этот поработитель? В куре есть Бродсворд. Тэш лежит. Клеймор. Остается выфармить Войдстоун. Радианс ботом тауэр из under attack. Что до пуш-топа. По графикам десятка на 18-й минуте. По золоту, по XP 7,5. Сларк, Мидас, ну 3000. Сейчас Shadow Blade, скорее всего, появится. Окей, ну тут уже не проблема гем купить. Саппорты толстые. У саппортов есть деньги. Медле, наконец-то! А нет, я думал, что фраг был от команды Дикей, но нет. Клок, правда, может рассыпаться, рассыпает клок. Новый год от Сэмки. Сэмка сейчас получит булыжник, но она на форстафе ушла. Супер. Оставляет все эскейп. Минус 2 пока на одного клока. В Юл поднимают... Супер, а Сэмка гонится за пандой. Она знает, что даггера там нет. Или даггер уже есть. Shadow Blade появляется. Минус Shadow Demon. Он отсюда не уйдет. Залетает сюда супер. Его спрятали. Но толку. Снова минус 3. Это на одного клока.
Phantom Perseverance, и Курьер уже подлетает с Battle Fury. Идут на ботом. Пушить, ну, 13 уровень Ember Spirit, 9600 нетворса против 8000 Сларка, у которого Мидас и Shadow Blade. Находит Сэмку. Пичка. Даркпак. Стан от Кентавра. Попадает, конечно, но толку. Привязка. Лешрак не выдерживает вообще ничего. У Лешрака есть только сапог. У него вообще ничего нет, кроме сапога. Снова кого-то нашли. Это минус Shadow Demon. Эмбер. Привязал Брю. Брю ультимейта нет. Подходит Флок. Хукшот. Коги. Можно Мистик Флеером еще поднакрыть. Хотя зачем? Так, это Кристаллис уже недалеко. Что минус? Вышечка. Сэмку пинают. Ты, но она с ними просто расправилась. Сларк с дабл дэмэджем тут уже не спасти, да. Сэмка. Единственный, над кем может издеваться сейчас Сларк, это Сэмка. ...25-5. Счет на 19-й минуте. 13 тысяч преимуществ по золоту, 10 тысяч по XP. Ждут, когда Эмбер Спирит дотарит себе Деедалус и с одного клика будет изничтожать пол команды. Тон Сварк. Где Гем? Айс, айс, айс. Клэп. Супер. Айс, айс, айс. Погибает. Ну, Супер, правда, в это время забирает Лешрака. Придется юзать ультимейт Дремью. Снова привязочка. Должен быть под сейв. Дремью. Засейвили. CTI бегает рядом. Снова проходит привязка и минус Shadow Demon. Минус 3. Но это уже издевательство на самом деле. Тут под Т3 убивают. Притом убивает практически один супер с небольшой помощью Блэка. Начинается таранье вышки. Привязочка пошла. Shadow Blade. Стан. Дабл Эдж. Минус CTI. Минуты его не будет. Байбек есть. Супер улетает. Не стал получать дэмэдж. Байбек от Сларка. Суперу надо отпиваться. Отпился. Урна. Хукшот. Мимо. Тавр. Есть ультимейт, если что. Стан. Минус Shadow Demon. Вот то, что они ресуются по 20 секунд, это, конечно, бонус. Я непонятно кому. CTI. Цепанули. Ультимейт есть. Повесили Silence. Супер идет до конца. Привязал. Есть пруты. Отпрыгивать назад. Минус и шаг. Ну и погибает Сларк после байбека. Скорее всего, развернут сейчас и панду. F5 пытается выжить. Пошел ульт кентавра на подсейв. Стан. Блэк скушал стики. Тримью пытается хоть что-то сделать. ГГ. ГГ пишет CTI. 22 минуты. Вичи Гейминг тут, конечно, раскрошили просто в салатину. Да, это был последний матч на сегодня в регионе Чайна. Впереди 7 матчей Европы. Комментировать для вас будет не аж хард. Ну, а для вас с утра работал God Hand. Я с вами на сегодня прощаюсь. Возможно, будут пабы ночью, возможно, не будет по состоянию здоровья. До скорых встреч. Спасибо, что заходили в гости. Оставайтесь на канале. Стрим вот-вот перезапустится не аж хардом.